Эта порода – одна из самых юных в современном кошковедении, но она уже успела завоевать сердца многих и многих заводчиков. О тойгерах в нашей первой рубрике. С давних пор человек восхищался тиграми, дикими родственниками домашних кошек, их бесподобной расцветкой и томной грацией сильного тела. Однако это не помешало ему беспощадно истреблять животных, что привело к печальным последствиям – сокращению численности полосатых хищников на Земле. Именно это имела в виду американка Джуди Сагдон, когда решила вывести кошек, являющихся миниатюрной копией их диких сородичей. Так как количество диких тигров с каждым годом уменьшается, одной из целей Джуди было сохранение тигров в дикой природе. Поэтому кошки этой породы очень дорогие, так как часть средств идет в фонды помощи тиграм. Тойгер – порода короткошерстных кошек, которые получили свое название из-за необычной тигровой внешности. Название породы происходит от двух английских слов «той», то есть «игрушка», и «тайгер», то есть «тигр». По стандарту кошки породы тойгер имеют характерный полосатый окрас, что делает их похожими на тигров. Окрас называется «тигровый таби». Полосы у кошек черного либо коричневого цвета с возрастом, причем полоски становятся более коричневые. Лапы и хвост обладают черным цветом, всегда должно быть так. И на мордочке присутствуют полосочки, которые расположены в циркулярном порядке. Кстати, самым сложным оказалось получить характерные полоски именно на голове животного и широкую, как у тигра, мочку носа. Разведение тойгеров – достаточно серьезное, кропотливое занятие. Для того, чтобы достичь особи идеального вида, который будет более схож с тигром, необходимо отбирать наиболее подходящих особей для разведения, чтобы достичь более яркого окраса и уменьшения ушек, их округления, и уменьшения размера глаз. Основой для создания этой породы в 80-е годы прошлого века стали полосатые бенгальские кошки калифорнийского бридера Джейн Милл и энтузиазм ее дочери Джуди Сагдон, основательницы породы тойгер. Джуди, будучи архитектором по образованию, решила спроектировать на компьютере то, что она хочет увидеть от этой породы. И однажды, путешествуя по Индии, увидела кота, который, по ее мнению, больше всего напоминал как раз маленького тигренка. И забрала его к себе в Америку и начала вязать именно с тем полосатым бенгалом, который получился у ее мамы. Признали новую породу только в начале 90-х годов прошлого столетия. Но и сегодня она еще находится в стадии становления. Так как порода достаточно молодая, не все фенологические организации еще признали ее. Но с 2008 года они выставляются по организации ТИКа и получают титул. Тойгер – это крупная и достаточно крепкая мускулистая кошка, которую никак нельзя назвать утонченной. Несмотря на игрушечное название породы, взрослые особи достигают 10, 12, иногда и 15 килограмм. Кошки несколько меньше, чем коты. Задние лапы у представителей этой породы немного длиннее передних, что позволяет им двигаться стелющейся походкой, подобно хищнику. Кошки этой породы обладают уникальной структурой шерсти. С одной стороны, она очень мягкая, как плюш, а с другой обладает уникальным отливом, как шелк. Шерсть имеет удивительный перламутровый блеск, так называемый глиттер. Специалисты утверждают, что его образуют переливающиеся капельки воздуха внутри каждой шерстинки. Уход за ними достаточно стандартный, поэтому главное подобрать это правильное питание и также где-то расчесывать их приблизительно раз в неделю. Кошки этой породы отличаются своим игривым нравом, подвижностью и легко идут на контакт. Они достаточно активны и очень любят играть с водой. Одной из особенностей пород является их легкая адаптация к любому помещению. Они могут жить как и в квартире, так и в частном доме. Они весьма общительны с другими кошками, если они есть в доме. Также эти кошки не относятся к шумным, они не мяукают просто так без дела. Они издают специфические звуки, похожие на кряхтение маленького ребенка. Тойгеры – редкие гости у ветеринаров, поскольку практически не болеют. В связи с тем, что порода достаточно молодая, поэтому кошки данной породы не обладают какими-то генетическими заболеваниями, поэтому они все имеют крепкое здоровье и являются долгожителями. Четкие тигриные полосы, плотная шелковистая шерсть, чистые выразительные глаза и совсем не тигриный характер. Тойгеры очень быстро завоевывают сердца заводчиков всего мира. И кто знает,
Может быть, в недалеком будущем копия миниатюрного тигра будет мирно отдыхать и на вашем диване. А мы продолжаем нашу программу. Сейчас самое время отправиться в гости.